Мы вошли, и теперь нам надо подняться на второй этаж. Мне уже понятно, куда идти, потому что уже коллекционные вещи старые вы видите на своем пути. А вот и наша дверь, ведущая на блошиный рынок, сделана в СССР. Большая Семеновская, дом 10, строение 13. Перед нами предметы, которые сегодня будут разыгрываться на аукционе. Это, например, прекрасная чайная пара ЛФЗ, кобальт и золото, синяя птица, цветная гжель, бомбоньерка или сахарница и изумительная чайная тройка Англия. Роспись, рельеф, бабочки, цветы. Красота. А вот я вижу соусник Англия. Синий рисунок на белом фарфоре. Примерно 70-80-е годы. А вот сливочник немецкий. Рейхенбах. Но это довольно-таки известная фирма, друзья. Кофейный сервиз без клейма. Мне кажется, что это СССР производство под Мадонну. Чудесные рюмочки с редким цветочным рисунком. Ведерко для шампанского «Мельхиор», а рядом зеленая, очень красивая ваза. Кувшин цветное стекло. Чайник из серии тоже «Мадонна», немецкий, точно. Ну и модели машинок я вижу. Ну, это точно для мужской аудитории. И давайте еще раз полюбуемся повнимательнее на чудесный сливочник Рейхенбах, очень известный среди коллекционеров. Фонарик и вазочка зеленая из малахитового стекла. Здравствуйте, друзья и прекрасные зрители! Сегодня было очень много участников аукциона, и была огромная конкуренция. Страсти накаляли с каждой минутой. Хотела было купить себе чайную тройку английскую, но не успела опомниться, как прозвучала цена 2000 рублей. И пока я раздумывала, уже она ушла за эту цену. Так что в следующий раз, когда я захотела голосовать уже за гжелевскую бомбоньерку, мне пришлось даже выключить видео. Вот такой комплект ремейков. 4 штуки. 50 рублей пошло. Номер? 500, блин, 600. Это свой номер. 600 рублей. Почему 2 11, я не понял. Ну, пусть будет 12. Вот, и 14. Давай, пусть у тебя 12 будет. 600 рублей. 700 рублей 11 номер. 700 рублей. 750. 800 рублей. 800 рублей. Раз. 850. 800. 1000 рублей. 4 машинки, ремейк, 1000 рублей. 1000 рублей. 1100 уже. 1100. После 1000. 1200. 1200. Раз. 1200. 100 рублей сейчас? Да. 1200. 1200. 1500. 1500. 1500. Вот те ремейки, а. 1500. Раз. 1500. Два. 1500. Три. Продано. 11 номер. Все, я заберу. Да. Вот такой чудесный самоварчик. Они обычно, знаете, попадаются то царапанные, то потертые, то это вообще. Гжель, они, конечно, их очень много, расцветки совершенно разные, но это просто в таком люксовом состоянии. Итак, самовар. Шаг первый 50 рублей. 50 рублей 14 номер, 50 рублей, 100 рублей, 100 рублей, 150 рублей, 200 рублей, 200 рублей, раз, 250 рублей, 300 рублей,
350 рублей. 350. Раз. 400 рублей. 400 рублей. Чудесный самовар Жильский. 500 рублей. Так, не маши рукой. 500 рублей. 500 рублей. Раз. 500 рублей. 550 рублей. 550. Раз. 550. Два. 600 рублей. 600 рублей. 600 рублей. Раз. 650. 650 пошло. Раз. Два. Три. Продано. 650 рублей. Номер-то есть? 350, 400 рублей, 450, вот пошла борьба, 450, раз, 450, о, не вижу, 700 рублей, ребята, ваши не стояли тут, 700 рублей, раз, 700 рублей, два, 700 рублей, три, продано восьмой номер. О, да, холодное оружие. 222, сказали. Знаем такое. Не, на самом деле, это сувенирный нож какой-то. Я забыл, как они называются. Кто-нибудь вспомнит? Нет? Любитель? Как? Никто не знает. Кинжал какой-то. И я забыл. Валерий, все нормально, можно продолжать. Короче, это африканский. Африканский нож. О! Да, да. Как кухри? Кухри. Не, не кухри. Нет, не кухри. Кухри, кухри это другой. Короче, ладно. Итак, вот такой вот ножичек. Чудесный. Итак, 14 номер дает, что ли? Не-не-не. Любительница холодного оружия. 12 номер 50 рублей. 50 рублей, 50 рублей. А ты знаешь, что покупка? Чревато тоже. 50 рублей раз, потом поймешь. 50 рублей два. 100 рублей. 300 рублей. 300 рублей. Раз. 300 рублей. Два. 300 рублей. Три. Продано. Номер. Номер какой? Восьмой. Скоро лето. Пора пить. Да, хороший, небольшой. 350 рублей. То, что надо. Не разбить бы 15 номер. Да. Что-то, по-моему, у нас еще где-то 15 номер. Нет. Да, все. Вот такой вот сливочник, маленький, но удаленький. Очень ценится у нас посуда фирмы Райхенбах ГДР. Так вот это вот как раз этой фирмы, 33 номер 50, дал 1350, 200 рублей, 250, 250, 300 рублей, 350, 350, раз. 300, 400 рублей, 450, 4 симпатичные, по-моему, было 500, да? 500 рублей, раз, 500 рублей, два, 500 рублей, три, продано, 33 номер. Поздравляем, спасибо. Да. Вот такой вот соусник. Мне вообще нравятся такие вещи, это Англия, но он не такой старый, но и не сильно молодой, наверное, годов 70-х, очень симпатичный и в идеальном состоянии, тоже с такой с деревенской сценкой, его тоже поставить куда-нибудь на полочку, очень красиво смотрится. 350, 400 рублей, 400 рублей, раз, 400 рублей, два, 400 рублей, три, 10 номер, продано. Вот такая вот чудесная троечка. Она у нас английская. Очень похожа на херем. Знаете, есть такой сервиз, называется Виктория, вот с этими бабочками. Ну, на самом деле, очень симпатичный, веселый, веселая тройка. Блин, опять ценник не снял. Ничего себе! 6500. Это что такое? Итак, вот такая вот английская тройка. 1600. 2000 рублей, 2000 рублей, раз, 2000 рублей, два, 2000 рублей, три, продано, седьмой номер. Все, поднимать не буду, чтобы дальним показать, что вот такой вот сервиз, типа а-ля Мадонна, но зато есть целенький кофейный. Есть сахарница, есть сливочник, есть 6 чашечек, 6 блюдец. Ну, утилитарно можно вполне нормально использовать. А чей это наш? И
история умалчивает. На самом деле, когда была мода... Не, ну он не новый. Ну, понятно. Годов 80-х, да, да, советского периода. Да, потому что была мода на сервизы, вот эти вот Мадонна. И, соответственно, их изготавливали все, кому не лень. И Польша там, и наши, и Дагестан, и кого, откуда только они не приходили. Но, как бы то ни было, он имеет право на жизнь, и историю имеет, имеет право на то, чтобы он стоял и пользоваться им. Итак, вот такой сервизик. Поднимаю только чайник, потому что все поднять не смогу. Вот это вот зелененьким закрывался этот глазок, вот это вот красненьким. Ну и так далее. Сигналили самолетом для того, чтобы они там понимали, куда бомбить или куда лететь. И так вот такой вот фонарь. Ну это, наверное, уже не военного времени, чуть попозже, но все равно военного, для военных целей. Итак, фонарик. Так, что-то у нас любители военного антиквариата. Мужчины! Увидел 50 рублей. 50 рублей, мужчина в очках. 50 рублей. 100 рублей. 100 рублей. 150 рублей. 300 рублей. 300 рублей. Раз. 300 рублей. Два. 300 рублей. Три. Восьмой номер. 300. Я думаю, что это вот тоже к этим вазочкам делалось, потому что вот здесь вот, или может быть гвоздика, не знаю. Короче, очень красивые, целенькие, совершенно 6 бокалов. Или стаканов, или рюмок, как хотите назовите. Итак, Новый год прошел, но будет же еще какие-то праздники. 50 рублей увидел, 13 номер, 50 рублей. Раз. 100 рублей. 150. 200 рублей. 250. 250. Раз. 250. Два. 300 рублей. 350. 350. Раз. 350. 400 рублей. 450. 450. Раз. 450. Два. 450. Три. 13 номер. 450. Поздравляем. Так, вот это вот пластиночка. Пластинка, по-моему, 73 или 78 год. Бонни М. Бонни М. Какая память. Ну, как называется? Двойник, да, вообще пластинка одна, но пластинка вот такая вот с разворотом, с фотографией полностью Бонни М. 73-го года. Ну, если хотите, могу точнее. Ну, 70-е, короче, годы. Вот такая вот пластинка Бонни М. 50 рублей увидел. Мелодия. 150. Какие мелодии? Ну, что, это фирменный диск? 50, 100 рублей, 150. Сколько? 500 рублей. 550. 550 рублей. 600 рублей. 650. 700 рублей. 750. 800 рублей. 800 рублей. Раз. 800 рублей. Два. 850 рублей. 900 рублей. 900 рублей. Раз. 900 рублей. Два. 900 Какая рублей. Сегодня конкуренция? Три. Пейте на здоровье. Вообще Роман. Жесткая. Жесткая. Я еще сейчас что-нибудь разобью. Так, вот да, кстати, продано. Вот такая вот чудесная чайная пара. Это, по-моему, райские птицы называются. Вот здесь вот, если видите. Синие птицы, по-моему. Глухари синие, да, кобальтовые. Но в идеальном состоянии. Видно, что позолота вся целенькая. А вот такая вот ЛФЗ чайная пара. Итак. 50, 100 рублей, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 700 рублей. Раз, 750, 750, раз, 750, два, 750, три. Продано, 750, чайная пара. Ну, мальчики активные. Последний лот из явных. Это вот такая вазочка, это малахитовое стекло. Чехословакия, 13 номер, дал уже 50 рублей. 100, 150, 200, 250, 300 рублей, 350, 400 рублей, 13 номер, 450, 500 рублей, 500 рублей. Раз, 500 рублей, два, 500 рублей, три. Так, я единственное, опять же говорю, Сереге нет. Я забыл про черный ящик, но ковыряющийся молоток, я здесь увидел одну вещь, очень интересную.
Поэтому она находится вот в этой, вот в этом верхнем ящике, по-моему, я поищу, где он. Где-то тут. Нет, нет, все, все не глядячи. Итак, не глядячи, вещь, которая находится, 250, 300, 350, 400, 450, 500 рублей, 550, 600, 650, 700. 750, 800, 900, ой, 850, 800, 900. Не говорят. 900 рублей, 900 рублей. Интрига. Интрига, да. 1000 рублей, 1100, 1100 рублей, 1200, 1200 рублей. Раз. 1300, 1400, 1400 рублей. Раз. 1400 рублей. Два. 1500 рублей. 1600 рублей. 1600 рублей. Раз. 1600 рублей. 1700 рублей. Интересно, правда, что же там, да? 1700 рублей. Раз. 1700 рублей. Два. 1700 рублей. Три. Давайте похлопаем. И я достану. Что же поздравляем. На самом деле, это прикольная пластинка. Ласковый май. Я когда-то имел неосторожность поставить здесь, послушать, и выставил ее в Инстаграме. Меня просто забодали, и мне пришлось ее продать. Поэтому я ее случайно здесь увидел. Я хотел ее сегодня послушать, но я вспомнил про черный ящик, поэтому она ваша. Здорово. Поздравляем. Вот сейчас очень редкие они пластинки. Что Цой, что Ласковый май. Да, сегодня такая конкуренция была. Да, сегодня просто люди. Ребят, спасибо огромное, разрывали, что пришли. Приходите всегда к нам. В следующий раз обязательно сделаю более качественный. И побольше, да, а хорошо, то уже народа. Да. Наши призы положили вот в такие замечательные пакеты. И также туда положили мой приз. Гжелевскую цветную бомбоньерку. И стоила она для меня 450 рублей. Даже моргнуть уже сумму так. Смотрите, какая английская. Она чудесная. Ой, что упаковывали. Просто сказка, друзья. Вот это кто-то взял? Который, да, да, который, да, который, да, все. Все взяли. Вот наш сервис. Какая красота. Цветы с бабочками. Слушайте, ну это вообще ручная росписьтая. Поэтому она такая дорогая. Боже мой, какая красота. Вот чего жалко, друзья. Да, сегодня такая была конкуренция просто. Вот эту бомбоньерку я выиграла на аукционе. Она в идеальном состоянии. Никаких потертостей, никаких царапин, сколов. Ну, в общем, состояние новое. Видно, стояла в шкафу. Ну, в общем, очень люблю Гжель, но вот цветного у меня еще пока ничего не было. Так что я очень довольна, друзья. Такая прелесть. Друзья, а я с вами прощаюсь. И до скорой встречи. Следующее видео уже будет о том, что стоило и сколько в день скидок.